Здравствуйте. Сегодня 24 сентября. Значит, опять тема на фитофтора. Вот помидорные эти, значит, кусты. Они уже начали сохнуть. Мороз был на улице. Низкие температуры. Ну вот, все сняли. Перед тем до морозов. Прошлый выходной это было, ну, неделю назад. Сняли помидоры все зрелые. Вот. Остались. И такие еще не совсем подросшие. Ну, как говорится, и зеленые еще. Ну вот, пожалуйста, значит, о фитофторе, как говорится, забудьте. Вот они, даже потихонечку он зреет. Вот я думаю, что я делаю съемку, потому что в эти выходные вот это все уже будут выдирать. Осень не очень теплая, поэтому у нас помидоры мы удаляем раньше. В прошлом году они еще у меня в октябре были. Вот, красавцы. Вот. Похвастаться тем же самым в пирамиде я не могу, потому что там фитофтора появилась месяц, наверное, уже назад. Вот, я вынужден был все собрать. Так. Вот. Я вам показываю все, что еще на кустах осталось. Так. Кто в первый раз будет смотреть на эту тему ролик, посмотрите предыдущие ролики по фитофторе, которые я снимал, и как с ней бороться. Вот. Ну, на этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии.